Хей, окей, смешивайки, мы продолжаем проходить игру под названием Head in Time. Короче, давайте я вам быстренько кое-что покажу прямо сейчас. А именно я хотел показать это место. Как вы помните, мы тогда здесь с вами были, но я не изучил это место. Это место можно изучить таким образом. Использовать камеру и с помощью камеры влететь в текстуру. Но, как вы видите, там ничего нету. Но зато здесь есть кое-что. Используем камеру. Подлетаем максимально вверх и в упор. Теперь смотрим вниз и смотрим. Здесь обычная вода. Там что-то красное. Как вы... Я нажимаю Shift, чтобы ехать. Там, где был дым, есть мужик. Здесь что-то желтое, но... Блин, сломалась камера. Но это еще не все. Объясню сейчас почему. В воде буква S. Я не знаю, что это. Я не хочу знать, что это. Но это какая-то буква... Это просто буква S. Также у камеры есть, оказывается, различные фильтры, которые настраиваются. Также можно лицо настраивать, но это чисто во время фоток. Следующий момент, который я упустил, это... Здесь есть. Похоже, он принимает только местную валюту. А ты забыл зайти в пункт обмен валют. Ну, нам, так сказать, валюту эту не дадут, как вы понимаете. И следующее, ребят, это... рычаг, который мы тогда нажимали. Дайте я заодно... Не все, что я продаю, имеет ценность. Я также продаю ужасность. Так, ладно. Что тут есть? Не врезаться в стены, значок героя. Ты умираешь от одного удара, только для самых отважных. О, вот это прикольно. Ну это, знаете, чисто хардкор, кто хочет поиграть в хардкорный режим. Ладненько, в принципе, я могу и так. Ладно, на паузу поставлю, сэкономлю время. Так, все, я прибежал к этому месту. И вот этот рычаг. Переключатель похоронен под кучей валют. Потянуть, нажимаем да. Так, вы нажали и включили... И в ее... Ваша коллекция... Пропс... Стала сильнее. Короче, хер знает что. Ну, в принципе, это то, что я вам хотел показать. А теперь мы возвращаемся на корабль. Так, я на корабле, пока мы ничего не начали делать. Вернемся сейчас как раз сюда. И прям с кошком. О, эй! Надеюсь, ты не против, если я пользуюсь своей кухней? Потому что... Порадую тебя хорошей едой, землян. Потому что ты пришелец и все такое. Скажи, а ты мясоедка или вегетарианец? Мясоедка. Правда? Что ж, надеюсь, что ты не собираешься приготовить себе землян в ближайшее время. В любом случае, надеюсь, мое блюдо будет готово перед тем, как ты улетишь. Хочу посмотреть, насколько хорошее блюдо могут приготовить... Пользуюсь плитой пришельца. You know, I kinda imagine an alien stove to be a bit more... Знаешь, я представлял, что плита пришельца будет немного более технологичнее и продуктивнее. You know... Короче, понятно. Ну что, пойдемте тогда сюда. Здание было восстановлено в локации машины отделений. Глава битва крылатых. Теперь доступно. В смысле, я шляпу ж... Я же на классическую выбирал. Чё за хуйня? А, точно, это же классическая после того, как я... Точняк.
туда немножечко попозже. Тут еще есть что взорвать. Так, семиуровневый, три вычислительный квантовый германизатор. Он влетел вам в копеечку. Ну, можно себе хоть изредки побаловать. О, да. VGA-1, самый быстрый, самый мощный суперкомпьютер, когда-либо построенный. Запустить? Ну давай. Вы включаете его. Вас ждет мир компьютерного удовольствия. Привет, пользователь. Известный пользователь. Добро пожаловать в мир компьютерных опыт. Открыть приложение. Выключить веселье. Открыть приложение. Земля. Игры. Вы выбрали тестовое развлекательное приложение. Открыть приложение. Да. Вы выбрали да. Я выберу игру из своей неизмеримой библиотеки чисто не визуального веселья. Я выбрал квест Корги 7. Связывающие узы. Вы Корги. Вас зовут Алла. Вы должны разорвать магическую связь, удерживающую вас в этом мире злобности. Вывод на сервер. Восток и юги. Выхода на север, восток, юг. Давай на восток. Вы не можете пойти на восток, вас обманули. Вы начали квест выходить на север, восток и юг. Вы идете на север, там тигр. Выход юг рекомендуется, если использовать. Вы в начале квеста. Выход на север, восток и юг. На юг. Вы идете на юг. На юге несколько ворот. Их охраняет призматический волк. Выход на север. Обзор. Это несколько больших ворот. Их охраняет нетерпеливый призматический волк. Выход на север немного на восток. Лаять. Вы лаете. Звук очень звонкий. Призматический волк быстро меняет состояние между видимым и невидимым спектрами. Вы собака, поэтому все равно видите всего два цвета. Так что это не важно. Он убегает, и врата теперь не охраняет одно неверное... Однако, наверное, он вернется, если вы уйдете. Вы вначале... Серьезно? Вы проходите через ворота и доходите до травяной поляны. Здесь большой каньон. Выход на север-юг. Перед вами немного сухая травяная поляна. Большой стремительный каньон отделяет ее от другой травянистой поляны на западе. На этой поляне есть персонаж. Его зовут 7 выводов. Прыгнуть к выводам. Вы пытаетесь прыгнуть к выводам, но вместо этого совершаете быстрые суждения. И учитывая факты, вы падаете в каньон несколько секунд, прежде чем семерка вытаскивает вас силой мысли на свою сторону. Семерка волшебник. Вы на другой стороне каньона. 7 вывод. Здесь очень неплохо одеты, как и большинство волшебников. На юге башня волшебников, но она им не принадлежит. Их Элихи. Большинство буквами на английском они бы кажутся неправильными. На желтое равнение выход на юге. Вы можете пойти на восток, но вас быстро настигнет низ. Перед вами большой каньон. Примерно в 4-5 шагах на юге огромная лиловая башня волшебника. Если пойти к ней, вы пойдете в направлении башни. Семерка тоже здесь. Одеты так, словно выбор одежды настолько мил, что это похоже на тайный секрет, неподавальный пониманием. Выходы на юге в направлении башни и руны башни. Они защищены рунами. Говорит семерка. Вы сдаете собачьи звуки на семерку, они полностью вас понимают. Башня волшебника поблизости вполне может содержать способ удалить эти звуки. Говорят они, все равно вокруг больше ничего нет. Продолжают они. Здесь довольно пусто.
Перед вами большой каньон, примерно вот так это было. На юг. Вы добираетесь до башни, ее защищают руны, и они точно делают это так, что тут можно пройти. Семерка здесь, ибо они следуют за вами. Больше здесь ничего нет, говорят они. Выход на север. Ваши острые чувства приводят вас к башне. Эти руны, о да, эти руны. Они магические, как ожидалось, семерка не могут ничего описать, просто ужасно. Выход на север, хотя смотрите под ноги, иначе вас задавит хороший вкус и модный взор. Ибо они наверняка пройдут в эти маршруты отельные от отеля семерки. Ваше собачье чутье предлагает, что семерка должна рассеять магические руны для вас. Но это делает неожиданно. Они это делают неожиданно. Войти в башню. Вы входите в башню. Здесь свежо и много света, но так много очевиднее, чем мебель, вскоре и не выбрана специально. А скорее напоминает коллекцию объектов, которые стали необходимостью и поэтому оказались здесь. Помните, что я хочу сказать. Они немного похожи, попытка подобрать похожие тем... темное дерево. А стили не совсем совершенно не похожи. Вы легко понимаете по износу и повреждению, что некоторые использовались дольше. А скобы, удерживающие дальнюю полку, на стене бронзовы, когда как остальные металлические объекты из железа. Семерку сбило с ног пугало, пока вы рассматривали мели. Выхода нет. Так как вы теперь типа в бою. Вы машете своим мечом, как собака, к которым вы привыкли, которые вообще... Вы не знаете, как собаки используют мечи, верно? Мне нужно это описать. Вы убедите... Так, убивайте пугало. Лестница, которая не попадает в стиль... Прочая мебель не охраняет семерка на полу, но они, наверное, в порядке. Вы поднимаетесь по лестнице до самой верхней башни. Здесь алтарь и волшебника книга. Причем с разной скоростью, в зависимости от того, какие направления вы выбираете. Обзор. Вы очень внимательно смотрите на буквально две вещи здесь. Алтарь похож на обыкновенный, а плохой сектантский. Книга кажется довольно волшебной, но вы не умеете читать, поэтому точно не можете сказать, насколько волшебный. Если бы только здесь была семерка, хороший солдат, это семерка, надежный. Идти к Деннис. Вы формируете внутренний дух и впитываете волшебную энергию книги и алтарь, прежде чем принести слова силы. Сила, вы чувствуете, как ускользает усязаемая реальность. В тот же миг вас толкает в сторону Дениса. Вы пребываете в... Спасибо за игру. Вы пробываете? Спасибо за игру в специальной демо-версии Корги Квест 7. Связывающие узы. Закрывай приложение, текстовое развлечение. Приветствую, пользователь. Приложение, выберите приложение поиска. Введите... Поиск. Найдено 0 результатов для... Закрывай приложение поиска. Земля. Вы выбрали землю приложением. Земля. Величайшая загадка нашего времени. Многие академики... Описали теорию того, что Земля не существует. Эта теория поддерживает фактом того, что это на самом деле невозможно. И вот на чем сейчас стоит наука. Продолжая продвижение этой теории, можно с уверенностью заявить, что никто никогда не обнаруживал Землю. Есть лишь одна запись, приложительно того, что люди родились здесь, или им говорят, что это реальность. Превалирус территория... В том, что Земля это массовая галлюцинация. И что нам все стоит немного притормозить и успокоиться, чтобы проверить, пойдет ли это. Закрывая Землю приложением. Открывать приложение. Короче, ясно. Выключится. Это книжная полка. Также известна как зона крутых непонятных слов. Почему я не могу играть? Ни на барабанах, ни на чем.
По сути, этот рычаг не делает ничего, кроме регулирования освещенности соседней панели. Его заклинило. На довольно яркий. А ну-ка, если... Нет, просто какой-то непонятный чертеж. Это ваш новенький аудиомагнитофон. Без него вы бы не смогли настроить на все ваши любимые радиопередачи. Такие как знаменитость «Знакомство за столом», «Прощание из солнечного города» или «Два брата», а затем еще третий брат с собственной персоной. Так, ладно, погнали сюда, посмотрим, что здесь. О, нифига здесь. Так, давайте смотреть, что здесь у нас вообще есть. Картина, О, вот эту картину я знаю. Только не помню автора. Но это солнечные часы, где, блядь, часы типа изображены. А тут почему-то песочные часы используются. Эту не знаю. Ночь знаю. Не знаю, не знаю. Эту знаю. Мона Лизу знаю. Как, блин, художник, который себе ухо отрезал. Вот раз его картина. Три картина. Это... Так. Это фермера, я помню тоже. И Крик. Картина Крик. Да. Мои познания хорошие. За сколько я это сделал? Подожди, за сколько я... За... сотку? Ладно, погнали в разлом. Временной разлом. Галерея. О, там что-то есть. Я понял. Хотя, по факту, я мог бы оттуда до сюда допрыгнуть. О, пауки какие. Блин, вот не было бы чекпоинта, было бы, да, сложно. А так, тут чекпоинт-то есть. Это легко. Это было легко. Новый ремикс это, да? Блин. Ладно, давайте я... Давайте попробуем, что будет. Блин, нужно было
шляпу забирать. Хотя бы посмотрел бы, что это за шляпа. Зато заполучил ремикс. И загрузка, заметьте, с четырех сторон. Сверху, сбоку. Идет. Походу я понял, что за ремикс. Мне походу сейчас будут играть ремикс. Привет. Мы экспресс-группа, просто группа сов, собраны вместе, чтобы играть музыку во время езды на особенном экспрессе. Проводникам. Не против, если мы поиграем здесь, в обмен, если хочешь какие-нибудь песни, мы с радостью сыграем все, что захочешь. Хочешь сменить музыку, которую слышишь в различных главах, или просто послушать, как мы сменить музыку, сыграть мелодию? Ладно, слушай. Это прямиком с луны. Группа Ленива Лапка. Умеет писать дикий свингующий джаз. О, она танцевала. Стоп, давайте, а ну-ка. А нет. Wanna swap out some of the music you hear? Wanna swap out some of the music? Wanna swap out some of the Wanna swap out some of the music? Catch this one. Это которое я получал кассету, что-то, ну, диск. Ой, точно, пока я не начал. А, за 3 монеты? Один раз я могу получить? Я думал, типа, одна монета. Нихера себе. Студия Dead Bird. Так, глава битвы крылатых. Миссия. Выясни, куда подевались обломки времени. Лучший обзор. Да вам одна из двух звезд. Отстой. Уровень. Доступа. Нет доступа. Студия Dead Bird. Монета машин. Эта киностудия слишком мала для нас двоих. Джиши Грувз. Фильмы должны делать настоящие птицы. Вы, луны, пингвины, просто запишите какую-нибудь громкую шумную бордюру. Если бы я такого хотел увидеть кучу клювоголовых танцующих вокруг пока на под... кормки, я бы к внукам сходил. Чушь, дорогуша, чушь. Вы птицы Савиного экспресса просто снимаете очередной скучный вестерн про поезда. Вы делаете это последние 10 лет, дорогуша. Что? Нет, мы не делаем так. Ты фиглер. Проводник, дорогуша, в этом году мы выиграем ежегодную птичью кинопремию, ибо наш новый реквизит привлечет аудиторию. Эти блестящие штуки упали с неба, они осветят наши декорации и наполнят их блеском. Ах да!
Ну что же, в этот раз мы тоже приукрасим все наши новым кинореликтом. Это песочно-часы штуки будут главным изюминком в нашей вестерне «Ограбление поездом». Что за... Что? Вы, чертовы грязные, кривоголовые, вы спрятали наши реквизиты. Я никогда бы так не поступил, дорогуша. Это вы явно вдохновлялись моим новым сверхсверкающим декорациями. Ну все, убирайся отсюда со своей шпаной. Мне фильм снимать надо. Я не против, дорогуша, но именно мы выиграем ежегодную птичью кинопремьеру. Помяни мои слова. Вот там очки стоят. Ах да, посмотри, как хорошо ты будешь работать, когда не сможешь выйти назад в приемную. Ха-ха-ха. Хотя подожди-ка. Баррикадировать эти клевоголовых в студии заставит их работать еще усердней. Ладно, пора идти, совы. Давайте сделаем наш убийственный фильм. О, и администратор, можешь, пожалуйста, закрыть уже эту вентиляционную решетку? Не хочу, чтобы запах этих пингвинов был вокруг моей комнаты команды. Так, окей. Не говори никому об этом. Но перед тем, как диджей Грувы стал увлекаться фильмами, он управлял ночным клубом. Я знаю, безумно, правда? Кто бы мог подумать? Фанки. Космическая Одиссея. Эй, смотри, куда идешь, приятель. Не подходи к диджей Грувы Славы. Диджей Грувы много знает для нас. Значит, для нас, поэтому мы должны беречь его. Я буду следить за тобой, приятель. Не спущу глаз. Ты не птица, Хм. Тогда что привело тебя в студию The Bird? Перед тем, как ответить, ты должен посмотреть последний фильм диджея Грувиса. Он очень хороший, а мне не платят за эти слова. Честно. Эй, маленькая девочка, ты должна вступить в наш фан-клуб диджея Грувис. Ты получишь членский билет и все такое. Это довольно неплохое предложение для любой птицы, идущей в кино. Но я ведь не птица. Заметил мои пальцы? Заметил, как они щелкают? Это универсальный птичий жест, означающий «проваливай». О, смотри, мои пальцы ты пришлось по вкусу. Взгляни на них. Щелк, щелк, щелк. Улавливаешь меня? Это типа его награды, да? И он только одну получил награду по кино. Ну, золотую. Похищение коров. О, теперь у меня очки есть. Неплохо. Я хотел задать этому регистратору вопрос, но он вообще не обращает на меня внимания. Но теперь я стою здесь уже так долго, что мне неловко начинать разговор. Я очень плохо умею обращаться с другими птицами. О, эй, маленькая пташка. У них сейчас идет запись, так что никому не разрешено туда входить. У нас застрахован только птичий персонал. Пусти тебя, мы станем ответственны за тебя. Так что даже не вздумай прокрасться внутрь. А, так ты хочешь что-то, реквизит, что они принесли? Ты из тех, кто продает киношные реквизиты на eBird? А смотрите, а у него, видите, все получаются золотые, кроме одной. А у этого это. Все серебряные, он одну золотую получил. Flaming Productions.
Привет, я экспресс-сова. Что на самом деле значит, что я просто катаюсь на своем экспрессе, который управляет проводник. Мне нужно ехать на поезде, чтобы попасть на работу, но проводник постоянно делает неожиданные остановки. Я понятия не имею, почему мы на киностудии. Мне нужно быть на работе через 15 минут. Я не совсем понимаю вражду между проводником и диджеем Грувс. Типа, почему проводник поезда и диско-жокей хотят соревноваться? Мы же все птицы, верно? Разве мы не должны сотрудничать? Не знаю, наверное, сотрудничество такое тупое. Ну, верно. Ага. Просто игнорируй меня. Видите, да, у этого... Все премьеры. Not everything I sell is a... То есть, пока я вот эту херню не куплю, мне не дадут следующее, да, купить? Ну, пусть так оно и будет. Ага. Стоп, а если я просто в ящик спрячусь? Ладненько, давайте, я думаю, на этом мы с вами закончим, ребят, на этой студии, потом мы продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!